Так, взять огнелист, ну давай возьмем. Цель у нас выжить. Выживаем в диких условиях. Что это такое? Ты что сделал? Куда нам надо перелезть? Давай перелезем, чувак. Пошел нафиг. Так. Иди сюда. Пошел нафиг с моей хаты, блин. Брать оружие. Ну, нормально, нормально добываем всякие штучки. Электронный хлам. А, это уже нам понадобится. Это уже лучок поинтереснее будет оружие, слушай. Изоленты всякие. Железная руда. Стрела. Стрела. Я на тебя даже свои стрелы тратить не буду. Я так понимаю, я убиваю крысу. И приходит гигантская крыс-мамаша. Которых я не вижу. Ой, какая тяжелая дверь. Можно посидеть на кресле, почилить. Опа-на, опа-на, опа-опа-на. Я на него не буду стрелы тратить. Чё? Итак, братва, мы нашли себе другана. После того, как он нам втащил, теперь это наш верный соратник. Пошел нафиг. Let's go. Оружие какое-то получили, прикинь, просто. Пошел нафиг, демон! Воу! Ух ты, сука! Эти твари как будто здесь везде. Ой, это еще кто?
Чего? Маленькие ушлепки. Самогон? Зачем нам самогон? Господи, они в такой позе погибли, что мне жалко их. Это изгои. Металлический хлам. Я не знаю, зачем нам хлам металлический. Это кто сзади? Какой интересный выбор. Либо взять, получить пизделей, либо ничего не брать. В следующей серии мы с вами отправимся на задание. А пока мы с вами прощаемся. Всем до скорой встречи.